Давайте посмотрим, как вы смотрите с камеры. Юбочку подтяни. Вот так? Давай. Нет. А вот это? Давай. Сейчас София тебе поможет. Не опускай ее. А то она хочет отпускать. Я тоже хочу себе такую собачку. Она вот такая где-то маленькая. А я говорю, моя кукутенька, вот такая. А у меня розовая юбка с блестками и сердечками. И вот, вот такая у меня ткань. Встань, покажи. А у меня вот такая. Ну что вы знаете о Лере? Расскажите. Она вся красивая, у нее волосы красивые, глаза красивые. Все красивое. И даже руки нежные. Открываем посылку. Ребята, вот такой. Это моя маска будет. Я вымазалась. Ну, маш. Давай тебе начнем. Ай-яй, ее намажем. Давай, макай. На стол хочу. Давай. Я хочу на стол. Подожди. Подожди. Всем привет! Вы на канале Анна Эдальвест. Мы будем открывать посылку с игрушками. Игрушками. С подарками. От кого эта посылка? От девушки красивой. От Леры, да? Да. Мы участвовали где? Ребята, я видела Еву. Еву в садике видела. У тебя в садике тоже есть Лера? Да. Мы участвовали в конкурсе у этой девушки. Да, и мы выиграли приз. Да, а какой приз? Мы не знаем, что там. Мы только знаем, что эти призы с Мальдивских островов, да? Да. Когда Лера там отдыхала. Ну что вы знаете о Лере? Расскажите. Она вся красивая, у нее волосы красивые, глаза красивые. Все красивое. И даже руки нежные. А еще у этой девушки Леры есть собачка. Она такая миленькая. У нее глаза милые. Приятно, когда в глаза ей смотрят. Так мило. Я тоже хочу себе такую собачку. Она вот такая где-то маленькая. А я говорю, моя кукутенька вот такая. Я хочу беленькую кошечку. Это. А еще у этой девушки Леры есть шеф-повар. Он помогает девушке Леры помогать готовить. Чтобы дети выросли, и шеф-повар научил девушку Леру научить готовить, и чтобы эта девушка Лера вкусно приготовила для детей. Поехали! Открываем посылку. Вот. Вот такая вот у нас упаковка, я не понимаю, что это за упаковка. Нет, вот. Ну, мама там уже вам немножко помогла. Посмотрим, какая коробочка красивая. Вот, смотрите, как подарок. Давайте открывать. Подожди, я развяжу. Так развязывать не надо, надо просто крышечку открыть и все. Что там? Давайте посмотрим. Смотрите, какой крем. И вот такая бумажечка. Смотрите, какой крем. Даже как кошки. И свечка.
Какие ракушечки, смотри, это свечки какие красивые. Ребята, да? Это маска. Ребята, это маска. И моя любимая. Я с ней буду ходить, это моя маска. Такая бамбуковая маска. Ребята, я что-то нашла. Еще открыточка, смотри. Да, это письмо. София, Яна. Давай. Открыточка с черепашками мальдивскими, да? Да. Написано сюрприз. Нет, прочитай. Я открываю. Я хочу вам показать, какой вид. Работает какой-то подарок. Я умею открывать. Подожди. Так, подожди. Давай, мама. Ребята! Давай, мама посмотрит, как открывает. Ребята, вот такой! Это моя маска будет. Такая вот масочка. Подожди. Подожди, София. Вот такая маска, я все вымазалась. Я тоже вымазалась. А тут надо как-то открыть. Ну, это не для вас, наверное, маска, это для взрослых. Я хочу для себя оставить, у меня нету маски. Ну, София, у тебя кожа и так нежная. Ты... Вылилась. Давайте кого-нибудь намажем этой маской, давайте. Ребята, я вымазалась. Ну, маж. Давайте это. Яна, а давай Полину намажем краской. Давай. Полина! Яна, смотри. Полина спит. Давай ее намажем маской. Макай, чуть-чуть. Нет, давай. На стол. Нет, давай. Саня, хочу на стол. Давай, макай. На стол хочу. Давай. Я хочу на стол. Ну ладно. Thank you.
мазать. Откуда она у вас? От Леры. От какой Леры? Красивой девушки. Круто. Надо будет посмотреть, что вы со мной сделали потом в зеркале. Прикольно. Мы хотели, чтобы ты была красивой и не болтай. Ну, спасибо. Дайте со мной. Дайте со мной. Все, спасибо, спасибо, спасибо. Дайте со мной. Все, все, спасибо. Что нам осталось сделать? Передать приветы! И самое первое, мы кому будем привет передавать? Лере! Конечно же, Лере, которая нам прислала эту посылку. Замечательные подарочки, да? Да. Большое спасибо, да, мы хотим сказать Лерочке? Огромный-огромный поцелуй. Да, и большой привет от нас. Да. Передаем привет Насте. Вики из Иваново, Вики из Украины, Вики Слаймер, Линди из города Грозного, Вове Смешному и его детям Роме, Андрею, Ангелине и Максиму. Привет! Девочки с красивым именем Ильсия, Анна из Киева, привет, Ажара, привет, Алина и Маша из Тимошевска. Привет! Мы вас всех любим. Не болейте. Да. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока-пока. И не забывайте мыть руки. Когда кушаете и приходите с улицы. Да. Молодец. Девочки,